В Дербенте прошла выставка творчества архитекторов. Экспозицию посвятили юбилею Расула Гамзатова. Свои проекты в рамках темы «Архитектура Северного Кавказа» представили более 15 молодых специалистов из КФО и ЮФО. Это станет для них стартом для вступления в Союз архитекторов России и для развития карьеры. Директор организации оценил работы и отметил, что именно такое бережное отношение к архитектурному наследию должно распространяться по всей стране.